Заречный заключил договор о сотрудничестве с командованием войсковой части 25-623, расположенной в Саратовской области. Наши призывники получили еще одну возможность служить в хорошей части, над которой шефствует администрация Заречного. Часть стратегического назначения. Часть решает проблемы обороноспособности нашей страны. И, конечно же, уставная. Конечно же, там очень серьезный порядок. В ротах вместе с ребятами круглосуточно находятся командиры. Круглосуточно. Каждое утро и каждый вечер проводится осмотр телесный. То есть ребята, вот они встали и смотрят, не появился ли за ночь какой-то синяк, какая-то ссадина. Потому что любое вот такое появление является причиной разбора. Почему? Откуда? Не было ли неуставных отношений? Это часть, в которую, я также думаю, мы будем провожать живых, здоровых ребят. И живыми, здоровыми мы будем оттуда получать. До конца года служить в подшефную часть отправятся 15 молодых людей из Заречного. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».